Всем привет, дорогие друзья! С вами Светлана Гаспарович, и сегодня я хотела вам рассказать, что у нас было выходные. В выходные у нас была выставка, она проходила в гимназии, где учится моя дочка, и эта выставка была посвящена, и темой этой выставки была «Вторая жизнь старым вещам». И там, конечно же, были изделия, вещи ручной работы из джинса. Ну и там были мои работы. Также очень было приятно смотреть и волнительно, когда маленькие детки, учащиеся этой школы, рассказывали о своей работе, которую они делали вместе со своими родителями, и насколько это было им вещь дорого, и они ее очень ценили, и так волнительно и трепетно о ней говорили. Давайте я не буду много об этом говорить, лучше мы посмотрим, потому что у меня сохранился некоторый материал с этой выставки. Так что приятного вам просмотра. Ну и если вам интересна эта тема работы с джинсом, рукоделия, то обязательно подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока.